Фонд содействия реформированию ЖКХ временно приостановил финансовую поддержку Ивановской области. Программу по переселению из аварийного жилья необходимо было завершить не позднее конца прошлого года. Однако в сроки по строительству домов не уложились в Родниках, Приволжске, Комсомольске, Петровском, а также в Новоталицком, Новогоркинском и Калиновском сельском поселениях. Недострой списывают на ненадлежащий контроль муниципальных властей. Теперь для того, чтобы финансирование со стороны фонда возобновилось, необходимо в течение 4 месяцев устранить допущенные нарушения.